Жилищный кризис Великобритании станет одним из главных вопросов для избирателей на предстоящих всеобщих выборах, поскольку рост арендной платы и нехватка доступного жилья приводят к тому, что все больше людей становятся бездомными. Свежие исследования показывают, что более 300 тысяч человек в Великобритании не имеют постоянного жилья. Over the last six months we've seen a 40-50% increase in footfall of people approaching us for support. Which is huge. And we're seeing a lot more older adults recently. So people in their 60s, 70s and 80s who have been in insecure accommodation, who are not able to stay there anymore, who have been safe surfing. Отсутствие доступного жилья совпадает с продолжающимся кризисом стоимости жизни, из-за которого все еще ощущают трудности миллионы британцев. Продукты питания и электроэнергия по-прежнему стоят дороже, чем до пандемии. И хотя заработная плата начинает расти, ипотечные кредиты и арендная плата выросли вместе с процентными ставками, что серьезно повлияло на доходы многих домохозяйств.